Ну, понятен вариант. Мы обращаемся ко всем. Давайте поработаем с нами. Почему бы и нет? Ну, возникают дивные вопросы. К примеру, взять дилеров. Я не понимаю, чем там дилеры занимаются, но в любом случае, если у вас нет продажи машины, то вы хоть колеса продавайте и запасные части. Тишина! Обращаемся к другим. Кто в город Магнитогорск приехал, такие навороченные, там у них в интернете там все очень круто, там и ценники такие дешевенькие. Мы с вами магнитогорцем не работаем. Я говорю, хорошо, не работать с нами. Не работать с нами. Мы поедем к тем, кто понимает и кто составляет замечательную конкуренцию этим самым типа псевдо-дилерам, которые типа продают колеса. Их много. А, кстати, и немного. Одного мы уже кончали. Уехал в Екатеринбург обратно. И этих тоже кончаем. Так вот, мы вам демонстрируем такие же цены. Цены даже ниже могут быть. Цены в замечательных сетях. То есть вот одна из сетей, Йокогама. Вианорму еще покажем. Колес просто покажем. То есть цены небольшие. Вы можете купить себе замечательную автомобильную резину. Ну а как вы хотели? К нам не прибежали те, кто продают колеса дешевле. Они хотели попробовать, вот только не получилось. Потому как наши специалисты понастроили себе центров и начали снижать цены. А поскольку вы, господа присяжные заседатели, работать с нашим ТВ не научились, вот вам вантус. Со своими косяками разбирайтесь сами. Мы вам показываем место со вполне конкурентоспособными ценами. Я просто внимательно смотрю. Вам очередной раз показываю. Что в Магнитогорске чистые магнитогорцы вам цен никаких не втирают. Уж поверьте мне. Я не знаю, как там с дилерами творится. Что-то я их давно уже не вижу. Ну да ладно. Мы не по дилерам вам продемонстрируем. Как и в каждой передаче, мы можем вам продемонстрировать автомобили, но, как показала практика, машины все мы не нужны. Да и ладно, нам какая разница. Вам покажем, как в центре Йокогама продается суперовская резина. Шипованная резина. Шипованная и липучка в том числе. И цена вопроса. Цена вопроса абсолютно невысока. Если честно, вы даже можете приехать сюда, посмотрев эти цены, подумать и сказать, что да, пожалуй, так оно и есть, что цены самые дешевые в городе. И мы вам показываем эти места. И почему бы вы не могли сюда приехать? Куда приехать? Оренбургская 2G. В принципе, вы это место знаете. Да, это не улица Советская, но это от улицы Советской ровно 50 метров. Тут пятикресточек такой рядышком, прям находится. Куда Советская армия выходит, Советская там, я уже забыл. Ну и Оренбург туда же выходит. То есть проехать вообще не очень долго-то сюда. Доехать абсолютно несложно. Приезжайте, посмотрите. Другой вариант, что здесь можно купить не только колеса, можно также купить и замечательные масла, причем и Genesis в том числе, который я вам уже показывал. И, естественно, диски. Ну, вот один диск мне очень нравится, но, к сожалению, пока не получается. Вообще-то говорить о том, что здесь представлена Йокогама, было бы неправильно. Да, есть и она, но есть и выбор. Хотите подешевле, пожалуйста, хотите липучку тоже. И вообще-то надо понять, что 80% автомобильной резины из всех мировых производителей делается в России. Чем это не радость, то? Вах, какая это прелесть. Мне очень нравится наша страна. Наша любимая Россия. К сожалению, мы еще не делаем компьютер. Вот единственное, что нам осталось компьютеры сделать по вполне дешевой цене и что, ну и чихать там на все эти... Ой, в общем, чихать там на все остальное, то, что с нами там прирабатывают. Потому что, допустим, вот есть замечательная резина Viati. Она хорошая, точно такая же, абсолютно круглая. И такие же у нее коэффициенты есть. И также она может и как ZTR-ка ездить, и все остальное. Есть Сава, Польша и Германия делают. Есть Кама, кстати, вот мне Кама очень нравится. Я посмотрел, вот год прошел буквально, да? Реально работает, просто хорошо работает на Ниссанчике. То есть и это тоже здесь есть. Ну, естественно, замечательный Йокогама. Как же без Йокогамы-то здесь-то? Низкие цены, да, это правило. И, пожалуй, самые низкие, потому что у вас есть аренда. Вы, конечно, цены сбрасываете, пусть будет и так, но за аренду вы платите, а здесь нет. Давайте посмотрим, сколько у вас в газетках. А мы для вас сделаем скидки, и вы поймете, где дешевле, и переобуетесь по весьма недорогой цене. Итак, о чем мы говорим?
о том, что давайте поддерживать магнитогорских людей, понимаете? Не обязательно ходить куда-то и смотреть. Вот взять, к примеру, эти самые другие колеса, типа даром. Так типа даром за бесплатно, что ли? Нет, это неправильно. Колеса просто. Якогама, Вианор. Те центры, которые мы вам демонстрируем. И здесь отношение-то совсем по-другому. Вы приходите, и на вас смотрят, и вам предлагают. Ну, мало денег вам сделать, подешевле. Чуть-чуть подороже, чуть поинтереснее. Будет и такой вариант. Совсем круто. И это можно сделать. То есть, понятен результат. Здесь работают для вас. Здесь вас любят нормальные мои жители города Магнитогорска и окрестностей. Поэтому я вам еще раз говорю. Лучше смотрите программу «Автостоп» и поймите, с кем можно работать.